ребята, вот у нас очередной завоз. Посмотрите. Это, ну, это, конечно, плащ я никому не отдам, не просите. Это мои 90-е годы огненные. Нет, этот плащик я не отдам. Нет, Наташа, глазки не строй, не проси. Девочки, подскажите, что вы нам интересного привезли. Нель, давай посмотрим с тобой вместе. Так, ну это тоже, это классные сандали. А, как... Да, отличная. Да, 90-е, а может быть и 80-е. Вполне возможно, что 80-е по стилю. А еще что? Так, шуба из чернобурки, я так понимаю, да? Или шанхайский барс? Кусковая. Кусковая, ну ничего, на 90-е тоже в стиле... Ну, целенькая, свеженькая же. Да, в стиле шуры эта шуба будет огонь просто. Сумочки... Да, новые, слушай, совершенно новые. По-моему, это кожа натуральная. Да, да. Это натуральная кожа, ребята. Супер. Так, ну, парик натуральный. Так, парики. К нам только недавно просили, нам писали, хотели парики. Парики, да. Да ты что? Ну, это вообще огонь, да. И эти натуральные? Нет, все искусственные. Слушай, а это что? Это парик, в чем мама дорогая, да, я вставлю в видео, если получится. Это я там так, шиньон, а это что такое? Кипятильничек. Кипятильничек нам не интересен. Так, ковры плюшевые, гобелены у нас просят. Гобеленов нет. Гобеленов в этот раз нету. Так, сумки эти не очень интересны. Давайте еще посмотрим, что у нас тут. Блин, ну это мужское. Так, ага. Ну, это не очень сумочка гобеленовая. Посмотрим. Очень модный пинжак. Ага. Так, посмотрим. Тоже 80-е, 90-е. Все 90-е в основном. Это 90-е. Ну, тоже нужно, да. Владельцы отличный в Ливии жили. Да, ничего себе. Да. Слушай, ну, по стилистике на 80-е. Вот ткань подкладочная. Ищу пока на 80-е, может быть, 80-е мужское? Тоже. Так. В общем, тут... Женщина-швея, женщина-модельер. Племянник ее тоже, модельер современный причем. Ага. Вот. Так. Будем смотреть. Ну, очень... Ну, интересно тоже, смотри, какая... Принт и расцветка вообще, даже, я бы сказала, относят нас к 60-м годам. Но сумашу. Это не 60-е. Угу. Был отрез ткани такой в квартире. Отлично. Ох, вот эта вещь, это огонь, конечно. Такие цвета, это то, что нам и нужно. И вещи, ну это тоже самошитый жакет женский. Но он выглядит, конечно, очень огненно. Модный. Мама дорогая, вот это то, что я люблю. Отличная обувь, она, правда, не очень, по-моему, винтажная. Не очень старая. Все 90-е. Да, респект. Но классные. Ну, дорого, богато. Туфельки золото, классные, черные. Да. О, вот смотрите, какие туфельки. Ну, это явные 80-е. Это, я бы сказала, что в стиле Вячеслава Михайловича Зайцева. К его костюмам такие туфли бы очень подошли. А вот такие точно у нас есть босоножки. Вы представляете? Вот точно-точно такие. Даже цвет такой же. Так, ну, эта обувь не особо интересна. Ну, как скажешь. Ну, да, вот это, ну, кожа натуральная, да. Но кому-то они пригодятся. Австрия, между прочим, смотрите. Что это я наговариваю? Австрийские туфельки. В Австрии же сшиты из натуральной кожи. На качественной полиуретановой подошве. Ой, это даже... Нет, это не полиуретан. Как мамная каша советская. Да. Сапожки, Италия. Да, 80-е годы. А, не, они не новые, да? Нет, не новые. Но у нас и новые есть. А тут что? Ничего интересного? Слушай, здесь это... нитки. Что это? Нитки и какие-то шмотки. Нитки там. И шмотки. Пряжа, в смысле, да? Или, пряжа. Или ага, пряжа. Трикотаж. А, трикотажное платье. Ой, так, наверное, не очень хорошо будет видно то, что я снимаю. Ну, прекрасно. Супер. 80-е годы. Часть современки, конечно. Есть очень странные вещи, очень дорого-богато. Ну, это фабричная вещь, я уже вижу. Фабричная, да, но такое дорого-богато. Да. Тоже в стиле 80-х, 90-х. Так, супер. Трикотаж. Это 80-е годы с люрексом.
Шерсть. Новая вещь, да? Новая. Отлично. Платье, судя по расцветке и по краю, ну, конечно, 80-е годы. Куда уж тут, ничего тут не придумаешь, это 80-е. Тоже новая вещь. Или новая, или ну, в отличном состоянии, да. Отличная. Как новая, в общем? Ой, вот это что-то тоже должно быть интересно. Индия, может быть. Непонятно. Марлевка. Ну, ну, похоже на классный. Индию, да. Ткань очень интересная. Вау. Это ручная стяжка. Да. Но когда-то в 40-е годы делали это все вручную. Это называлось вафли. Слушай, это сокровище Али-Бабы. Интересная ткань. Жаккардовая. Это вискоза. Смесь вискозы с чем-то, а с чем, не знаю. Может ткань быть. Да. Костюм или юбка? Не знаю. По-моему, юбка. Вискоза смесовая. Ну, судя по тому, что... А ой, какая интересная, смотри, да. Вот. Ой, какая прелесть. Жакетик с гипюром. Тоже самошитый, да? Да, женщина швея. 80-е. Баска. Посмотрите, ведь это характерные детали для одежды 80-х годов. Вот такая баска. Вот такой объемистый рукав по окату рукава. Это, слушайте, это, а вы видите, что это комбинезон, причем да. И тоже самошитый или фабричный? Ну, вроде фабрика. Какая удивительная вещь, вы посмотрите, отделка трикотажем, совершенно необычная вещь. Я думаю, найдет свою хозяйку, ценительницу. Дорого-богато. О, да. Топик. Вы посмотрите, какой топик. Для вечеринки в стиле 90-х, 80-х даже еще самое то. Ну, брошечку, я думаю, мы приспособим другое место. А тут что? Прекрасное пальто. Я, боже, как я довольна. Duffel coat. Модель. Пуговицы, старый пластик. Вероятно, ну, на 80-е похоже это пальто. Ну, я посмотрю, может быть, конечно. Может быть, и 90-е, да. В начале 90-х модель Duffel coat тоже была очень популярна. Не очень понятно. Да, разберемся. По-моему, там арабская вязь. Ну, ребята Ливан? То есть они работали в Ливане, да? Может, там разведчик что-то в этом роде. Ой, ГБшник. Ой, 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 ой. Она вдова ГБшника. Понятно. В общем, ой, тоже какая интересная вещь. Ты посмотри, это же пончо. Да, это пончо. Какая очень, очень стильная вещь. Шерстяной трикотаж, по-моему. Отделка, куриную лапку. Вещь очень стильная, друзья мои. Уж даже не знаю, продавать ее или не продавать, или на память оставить. Пальто? Ну, пальтишко тоже, да. Полупальто. Лондон. Тоже прекрасное. Шерстяной драп, не толстый. Ну, мы сегодня, боюсь, слушай, да, я посмотрю. Очень это... много ткани. Вот, я тебе так говорил, что самошитая. А, да, ткань. Да, 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 вот отличная ткань. Да, жаккардовое плетение. 100% шерсть. Это даже видно невооруженным глазом ткани. Много современной, на самом деле, одежды. Ну, это тоже, да, пригодится кому-то. На такую одежду тоже есть свои покупатели и ценители. Вот, пожалуйста, давайте посмотрим. Какой это год? 60. Год выпуска. Так, 87-й это год оценки. Но ткань могла и 20 лет пролежать. Вот, честно говоря, мне напоминает 60-е годы все-таки. Даже вот эта ткань на 60-е тянет. Три мешка, и он тебе сделает. Так, это может быть ткань для портьер. Достаточно широкий отрез, посмотрите. Вискоза, вискозная смесь, вискозы с чем-то.